Ну, так, мы очень серьезно анализировали первую игру нашу, что играли против Немана, на въезде, первый тур. Знали, что очень хорошо обороняются две линии, что низко стоят, но просто первый тайм так были моменты у нас, но тяжело было забить. Очень серьезно, хорошо прикрывали зоны. И нам так чуть-чуть тяжело было первый тайм. Но просто, когда забили второй тайм гол, но пошла игра, показалось и пространство. И я думаю, что второй тайм так устраивает и зрители, и нас. И хорошо, что забили один, могли еще 2-3. Но просто 2-0, я думаю, что это второй был результат. Спасибо. Представляйтесь своим ожиданием, ваши вопросы. Пожалуйста. Добрый день, Пресс-Бул. Лук, скажите, сегодня дебютировалась Някшу. Какое впечатление на вас он оставил? Да, Алекс работает с нами, он уже 20-25 дней с командой. Мы готовим его, у него будет шанс. Сегодня поиграл так. Это первая игра, 20-25 минут, но посмотрим, время будет, время покажет. Если он будет усиление за Динамо или нет. Он серьезно работает, у его скорость есть, его хорошая техника. Но только то, что мы видим на тренировке, он должен показать на поле, когда будет игра. Почему заявки не было на Корицкий? Корицкий, он тренируется 3-4 дня с нами, ему нужно время. Познакомиться с командой, познакомиться с требованиями нашим. Но нужно время потренироваться, подготовить и физически, но будет время. Лук, а куда пропал Сергей Полицевич? Уже два матча. Да, ну у Сергея так чуть-чуть проблема с мышцей, но мы просто осторожно делаем и надеемся, что он будет готов за четверг. Да. Продолжая тему, в четверг матчи Лиги Европы, не было ли сегодня мысли, может, кого-то приберечь в Болгарии из основных игроков? Но нет, нам чемпионство важно, но мы делали замены, отдали Адамовичу отнюдь вечера, но мы готовимся. Лиги Европы, и там будет игры на 3-4 дня, просто это ритм игровой и профессиональный, мы должны быть готовы за это ритм. Спасибо, пожалуйста. Стас Лекшкин, 21. Господин Рашевич, прокомментируйте переход Миколича и сможет ли он играть против Динамо в следующем туре ЗБТ? Ну, что сказать, это его выбор, я желаю ему все хорошее в футбольной жизни. Да, может играть. И смешно, просто он не он играл за дубль, не попадал в основной состав, у него не хватало физической кондиции, или он дисбаланс вносил, может быть, в коллектив? Кому, Николич? Да. Ну, я просто не буду комментировать, это за нас все, он уже играл в другие команды, надо спросить тренера Бата Николича.